Финальная игра золотой шайбы. На льду муромский «Кристалл» сражается с краснодарскими «Акулами». Сложная, напряженная игра заканчивается ничьей. Счет 2-2. По правилам хоккея, исход матча и всего турнира должны решить буллиты. Этот буллит становится судьбоносным. Он приносит нашим хоккеистам победу и звание чемпионов турнира «Золотая шайба». Более того, это уже вторая встреча с «Акулами», в которой южане не устояли против натиска «Кристалла». Команда «Акулы», я скажу, что по турниру шла, им некоторые игры просто очень везло. Они, проигрывая 0-2, выкарабкивались до буллитов, два раза побеждали по буллитам. В полуфинале они, проигрывая 0-2, забросили 4 шайбы команде «Виктория» Новомосковско-Тульской области. Вот, то есть им везло. И попав в финал, я думаю, что они прям очень хотели, родили, ждали победы. Вот. Но на их пути оказался «Кристалл» город Муром. Дома в Муроме 15 игроков «Кристалла» и их тренера встречали как героев. Эмоции от турнира ребята не скрывали. Мне очень понравилось, какое было шоу, как все сделали это партнеры этого соревнования. Ну, все ожидали то, что мы выиграем. Мы с ними уже с «Акулами» играли и примерно знали, как они играют, и знали их сильные и слабые стороны. Даже усталость после серьезного турнира и воодушевляющей победы не позволяет мальчишкам прекращать тренировки. Сначала разминка с легкоатлетическими упражнениями, затем снова на коньках и с клюшкой на льду. Ведь этот триумф для ребят не предел. Ну, я думаю, я буду развиваться, и в будущем, может, меня пригласят в какой-нибудь хороший клуб. Ну, это все благодаря команде, папе с мамой, тренеру. Павел Домнин тренирует мальчишек уже 5 лет. Сразу после набора данного состава началась серьезная подготовка, рассказывает Павел. Упорство и беззаветная любовь к хоккею как игроков, так и тренера принесли свои плоды. Команда «Кристалл» 2007-2008 годов уже обладает множеством наград, среди которых теперь и кубок «Золотой шайбы». Есть всегда задача минимум, максимум, да? Задача минимум была выйти с первого места из группы, это попасть в число 16 команд в России. Задача максимум, ставили хотя бы 7 войти, то есть это будет хороший результат для нашей команды. Вот. О победе, конечно, мечтали, но так потихонечку, то есть чтобы никто не слышал. Вот. И потихонечку с каждой игрой к ребятам приходила уверенность, ребята собирались, опыта у них очень много, они хорошо умеют вытаскивать очень тяжелые сложные матчи. Это говорит о том, что у команды очень такой сильный характер. На днях команде «Кристалл» как чемпиону «Золотой шайбы» поступило приглашение принять участие в очередном турнире в Нижегородской области. Готовиться к нему мальчишки начали. Однако уже сейчас они с гордостью носят звание лучшей детской хоккейной команды не только Мурома и области, но и всей страны. Анастасия Белова, Александр Барсуков. Новости Муром.